Вот сегодня только тут фура перевернулась. А вот наш трал, тягач. Зацепил один провод, и то даже не зацепил, в полуметре от него прошел. И пробило в стрелу вот этого экскаватора. Пиздец, короче, всему. Всему просто пиздец. На КамАЗе выгорела вся проводка. Все просто, все лампочки. Все, все, все. Это вот это лампочки постреляли, да, в фонарях? Ебать, слышишь, вот этот корт, бля, асфальт весь подняло. Алюминий вон какой-то подбирал, дыры вон в асфальте, это как пробивало электричество в землю. Просто в землю ток пробивал. Вот дырка. Это от молнии. Вон на колесе корт поподымало, повыдирало весь. Все, что металлическое, короче, все повзъерошилось. Вот сейчас еще покажу дырку. Вот дырка в асфальте. Вся грязь, вся с КамАЗа, вся грязь, все поотлетало, все повыбирало. Вся проводка, все полностью нахуй сгорело. Вон все фонари, все поотлетало. Вот эта дырка в земле. Вот. Шпильки как позаваривала, просто позаваривала шпильки. Вон дырка в асфальте, вон дырка в асфальте, вон вся резина, все белое. Водила живой, целый, рядом сидел тракторист в кабине, живой, целый. И вот это все поле выгорело из-за этого провода. И вон он, провод лежит, оторванный один. Короче, просто в полуметре от провода прошли, и я просто провод пробил. Говорят, 110 или 100 тысяч вольт. Короче, 10 тысяч киловольт напряжения. Вон дырки в асфальте. Как, короче, пробивало, короче, как молнией.